чё за перепуг? Потому что я здесь местный житель. Чего ты здесь? Местный житель. И чё, я тоже местный житель. Слышь, чё ты так базаришь? Чё ты так базаришь? О, ещё ложка, Миша. Во, ребят, вот это находка. Вот это, да? Айда я, айда, молодец. Брод определенно был. Брод где-то был здесь, да. Ребят, всем привет. Всем привет. Ну что, у нас выдалось вот свободное время. Мишаня расковырял полярика, починил у него тормоза, перетряхнул подвеску. И мы решили на нем съездить на коп по бродам. Тем более, надо же проверить, что же в той чертовой яме, которую мы так и не раскопали. Мы сейчас сразу вот к ней прямо поедем. А то уж сон потеряли. Да, пока у нас силы есть, все. В прошлый раз мы устали и просто не докопались до сути. Что же там такое звенит в этой яме? Может, там медный горшок с золотыми монетами? Ёлки-палки. Кто его знает? Попробуем, поищем. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Поехали! Здорово, ребят, когда тормоза работают. Еще лучше, когда они каждый раз работают, когда на них нажимаются. Да. А то прошлую поездку у нас через раз они работали. И всегда была лотерея. Сейчас будем тормозить или нет с этой горки. Интрига! Красота! Все прекрасно. Вот такой брод, посмотрите, мелко, прозрак, отлично. Живописнейшее место. Да, будем пробовать копать здесь. Вот, ребят, мы выбрались на очередной коп. Сейчас быстренько пробежимся по земле и, в принципе, уйдем в цель свою, которая нам нужна. Это брод, воду. Потому как сигналов там мусорных меньше. Здесь вот мы ходим, крышки одни, пробки от пива и прочее. Коп – это здорово, коп – это здоровье, коп – это увлечение, коп – это изучение истории, коп – это интрига постоянная, даже больше, чем на рыбалке. Никогда не знаешь, что ты найдешь. Но не забывайте о своей безопасности. В первую очередь, это одежда. Летом, как вы знаете, весна, лето, осень – это самый страшный зверь. Кто у нас? Правильно. Нет, не медведь. Неправильно. Самый страшный зверь – это клещ. От клеща погибает людей гораздо больше, нежели от нападения медведей и лосей, и вкупе всех животных, которые находятся в средней полосе, либо в Сибири. Там вообще беда с клещом. Для этого мы используем костюмы Биостоп. В данный момент на нас костюмы Биостоп Комфорт. Это рубашка и брюки. Достаточно тонкого материала, везде ставочки, сеточки. Все вентилируется, в принципе, вот сейчас плюс 25 на улице, и нам, ну, достаточно не жарко, комфортно. До этого мы носили Биостоп Оптиму, который больше подходит для весны и осени, более холодного периода, потому как в нем летом жарковато. Вот компания сделала специальные костюмы именно для того, чтобы использовать их летом. Костюм из такой интересной ткани, вот, к сожалению, сейчас не помню состав. Она такая достаточно эластичная, ну и в то же время очень приятная. Здесь стоят ловушки, установлены здесь ловушки, здесь на брюках ловушки, здесь манжета внутри, рукава манжета, которая не даст клещу пролезть дальше. Вот. Ловушки все пропитаны специальным составом, от которого клещ погибает. Ну, также и сама одежда. Вот.
На одном из прошлых копов я рассказывал про эту одежду, что бы я хотел в ней поменять. Во-первых, это цвет хаки, но мое мнение такое и остается, что цвет хаки должен быть, потому как для нашей темы это очень будет практично. Не будет видно грязи, там еще чего-то. То есть это практично цвет хаки. И я говорил о том, что нужна молния вот сюда. Ну, чтобы удобно было, чтобы не 20 пуговиц там застегивать, расстегивать. На самом деле, это я не подумав сказал. Вот сейчас я понимаю, что толстая молния, которая здесь бы была, она бы вот в брюках, во-первых, за ремнем она бы ломалась, постоянно бы расстегивалась или еще что-то, ну, портилась бы, это раз. А во-вторых, это было бы некомфортно, неудобно на голом теле, там еще что-то. То есть вот на пуговицах это более оптимальная вся одежда получается. Что еще хочу добавить, костюмами Биостоп мы пользуемся уже более 3 лет. Они нас ни разу не подвели, не было ни одного укуса клеща, и ни одного клеща мы не принесли ни в вездеход, ни домой. Где мы бываем, вы сами, в принципе, все знаете и понимаете, сколько там этого зверья. Работает, клещ дохнет. В общем, берегите себя, потому как вас, ребята, ждут дома. Ну и заходите на сайт Биостопа, смотрите подходящие модели для себя и пользуйтесь. Для себя любимых-то ничего же не жалко. Короче, ребята, хабара вам под катушку и покупайте одежки, как у Мишки. Биостоп рулит. А мы пошли на воду, потому что здесь одни пробки и крышки. Да. Ну его нафиг. Пошли воду копать. Все, айда туда. Ну что ж, настало самое то время достать наши рюкзаки непромокаемые и облачиться. Вейдерсы. Вейдерсы, ребят, если их использовать по назначению, такая тема. О-о-о. Где бы найти клад? А и же с ним склад полезных вещичек. Кстати, у нас кто-то спрашивал, что у нас за обувь. Вот, Мотор 5. Сапоги. Мотор 5, да, сапоги Мотор 5. Дышит хорошо летом, подносок защищенный пластиковый и кевларовая подошва от проколов защиты. Так-с. Ну что, ребят, все, я облачился в наряд. Иду в воду копать, а Мишаня еще копается, а я уже копаю. Вот вам и разница. Блин, здесь каменюки такие не слабые. О! Первая находка, проволока алюминиевая. Как хорошо и прохладно ногам-то. Так, в скубе. Монетка. Монетка. Монетка, ребят. 20 копеек, 1950. Так, ну что ж, мы теперь уже знаем, что вот этот брод как минимум 50-х годов. Монета, но сохран очень убитый. Вот, ребят, монетка. Пойдет в стол находок. Копать здесь достаточно непросто. Так, ну что, Герасим Васильевич уже ищет сокровища Агры. А я вот только-только собираюсь к нему присоединиться. Похоже, в скубе.
Ага, пробка, ребят. Вот она. Так, ребят, здесь что-то у нас пока не густо. Пойдусь я. Пойду посмотрю, что у нас вот здесь. Есть еще одно мелкое место. Так что в древние времена вполне возможно, что брод мог быть где-нибудь вот здесь, например. Что-то здесь пусто как-то, да? Ага, вот она. Вот она, ребят, медная шайба. А я-то уж губу раскатал. Думал, ух. Так, ладно, что, 5 минут еще здесь и... Снимаю. Конечно. Жарко, ребят. Надо чуть-чуть остыть. Как я вам завидую. Хорошо. Ну все, ребят, здесь пусто, поедем мы дальше. Видать, брод достаточно свежий, но монету занесло сюда, скорее всего, с рыбака, который здесь рыбу ловил когда-то. Хе-хе. С него, наверное, и монета пришла. Это не брод, это поддельный брод какой-то, ребят. Здесь один мусор от квадроциклистов и шабашников, которые здесь тусуются постоянно. Хотите вкусно готовить на природе, дома, в городском парке? Вам нужен мобильный газовый гриль «О-Грилл». С ним вы станете точкой притяжения в любом месте. Проверено нами и временем. Скидка для подписчиков по коду GERASIMSHARE. Ссылка в описании. Ну, вейдера мы уже не будем снимать, так в них и поедем. Так... метров гораздо приятнее идти по течению. Вон там, где спокойная вода, там поглубже. Поехали. Тороплюсь. Я думаю, нам надо чуть выше заброситься и пройтись вниз по течению с металликами. Чуть-чуть пойдем. Опа, плавает жирный просто, жуть. Я скажу, сейчас визуально с берега посмотрим, где-то может дорога подходила еще. Потому что там четко обозначена дорога к этому броду. Если нет, то не будем искать иголку в стоге сена, пойдем дальше. В сапогах хорошо, в айдарах хорошо, а на серпе лучше. Едем дальше, так мы не нашли этот брод. Давай пробежимся. Приняли решение, ребят, сейчас десантируемся с металликами туда и пройдемся, может быть, найдем след этого брода. А так как он очень давно не используется, то, может быть, найдем и что-нибудь интересное. А я, ребята, ложку нашел. Сейчас вам покажу, вон она лежит прям. Серебряная, поди. О, Мишка, я алюминиевую ложку нашел. Старинную. Это какой же ты молодец. Такую полезную вещь нашел. А что, в стол находок само то? Смейся, смейся, но у меня у первого признак брода. Нету ничего, ребят. Мусор. Что половодьем притаскивать. Еще что-то есть. Вот, ребят. Поймал ложку. Василич, я не умру с голода.
Я нашел ложку. Ложку нашел. Алюминиевая хорошая ложка. Еще куча всяких разных камней. Камни минералистые всякие разные. Так, все, стол находок. Это ты, Мишка, молодец. О, еще ложка, Миша. А у меня мельхиоровая. А может и нет. Не, подржавленная. Ребят, вот такая ложка еще. Только у нас ложечный какой-то здесь брод. Колондайк. Ну все, ребят, будем выходить. Брод мы так и не нашли. Пошли до следующего. Есть более известные броды. Хайвей есть. Все, ребята, нас ждут новые броды, новые места. Сейчас достанем карту. Мы, ребят, все ближе и ближе к проклятой яме. Че, занырнем? Фигня со шпорой лыцаря. Д'Артаньянская. Так, ребятки, вон манитос вижу. Но, скорее всего, ходячка. Да, ходячка. 97-й. Эх. Ладно, в копилку положим. В копилку ходячих заведем, Мишка, да? Потом выясним, сколько же можно заработать. Здорово. До свидания. До свидания. Копаем мы, копаем, а навстречу бац, грибок. Быдлянка, местный житель. Зовут Саша. Ну? Что за перепуг? Ну, потому что я здесь местный житель. Чего ты здесь? И чё, я тоже местный житель. Слышь, чё так базаришь? Чё ты так базаришь? Ничего не перепутал? Нет? Перегазанул, что ли? Ну иди давай, ёлки-палки, местный житель. Вот такие, ребят, здесь кадры бывают. Местные приходят. Не те, здрасте. Ты ему здрасте, вернее, он тебе сразу до свидания сходу. Че, говорит, наш брод раскапываете, мы тут ходить потом не можем. Да ладно, чешет он просто это, расплескалась синева. Сейчас он еще Леху какого-то позовет. Ждем Леху. О, монета. Их проще здесь руками находить. Опять ходячка. Монета? Нет. Пуговичка какая-то, смотри. Медная, медная от нее осталась вот эта вот оболочка. Да, какая-то штука такая интересная. Так, ребята, на этом броде только ходячка. Ну что, народ, мы вернулись к проклятой яме. Таинственная дыра. Да, ее замыло, наверное, все уже. Я ее не вижу. А вот она. Во, вот она. Да, вот она. Да, такая по колено дыра.
А тут где-то должна быть гора. Вот гора, смотри. Вот гора. Да, вон так, видишь, тут стоит, я тут так стою. А вот были бобры, смотри, видишь? Бобры добры. Да. Ну что, ребята, надо копать. Надо... Копать и рыть, рыть и копать. Нужно достать эту тварь. Да. Которая там сидит и дразнится. Нет. Значит, еще, скорее всего, там есть. Ну, на такой глубине я не знаю, что там должно быть. Да ладно. Фу ты. Что такое? Что-то не маленькое должно. Ладно. Давай, скупай здесь. Пороюсь. Жуков гараж. Ведущее тюнинг-ателье по вездеходам Шерп и не только. Ждет вас и вашего любимца на глубокий тюнинг. Десятки собственных разработок и улучшений, оригинальные детали и качественное оборудование. Мы первые, кто сделал Шерп лучше. Подписчикам канала скидка. Ну, по крайней мере, понятно, куда что. Давай лопаты сейчас взяли, закопали. А? Скубой ты не зацепишь. Я понял. Сейчас лопатами еще раскопаем. Ребятки, там что-то такое большое, металлическое, вот такое вот полукруглое. Труба. Может и труба. Но мы должны это узнать. Ну нет, она не в одной плоскости круглая. Она как чугунок что-то вот такое, да, сфера. Какой-то шарик. Сейчас мы его раскопаем. Может, это и есть наш клад. Тот, который ждет. Жуль пошла. Пошла? Да. Пошла. Доставай. Ну, прям на лопате. Вода. А, ребята! О! Волшебная лопата! Ну, народ, мы нашли лопату! Лопата нашла лопату. Лопата нашла лопату. Вот мы ее копали, думали, это клад наш. Да, это всего лишь лопата. Ну как всего лишь? Она уже знаменитая лопата. Знаменитая, да. Надо ее сейчас очистить будет. Нет, ее можно забрать с собой. Мы из нее. Заберем. Сделать из нее лопату. Да, она же выдержана временем. Она, скорее всего, это... Медная? Медная, это... Может, после огня такая фигня может быть. Медная лопата, ничего не знаю. Ну все, тайна проклятой ямы раскрыта. Серега, это не топор, который мы тебе обещали. Топор надо ждать еще. Да, она после пожара, Миш. Блин. А что такая копоть-то жирная? А с солидолом каким-нибудь. Ёшкин крот. Вон, солому возьми по три. Песочком надо, да. Да, какая-то жирная. Гадость. Так, народ, поедем дальше. Тайна проклятой ямы раскрыта. Полдела мы сделали, можно сказать. Эмбр.
вот, ребят, фазенда какого-то местного. Интересно, есть кто дома? Тут целая баня, прикольно. Пахнет баней. А что, молодцы. По преданиям из сказок, из сказаний старцев. Ты ногой перепускать писать, да? Да. Брод был где-то. Вон там. Нет. Здесь прям? Где-то тут. О, что я нашел? Подкова. Ха-ха-ха, целая подкова, смотри. Значит, мы на верном пути. Во, ребят, вот это находка. Вот это, да? Айда я, айда молодец. Брод определенно был. Брод где-то был здесь, да, потому что лошадь здесь сгинула. И опять та же, блин, черная фигня. Ну, во, ребятки, монетка. Махонькая копейка. Сейчас скажу, год какой. 49-го года. Одна копеечка. 49-го года, ребят. Так, я хочу сказать, что это самая старая монетка, которую мы на этом броде нашли. Фу, ребят. Кусок самолета. Точно. Алюминиевая. Фигня. Кусок обшивки самолета. Полюбасу весь самолет еще там. Нет, ребята, не пруха у нас сегодня. Да, ребятки, вот такой у нас сегодня улов. Подкова и лопата. Ну, лопата точно старинная, она знает, где клады водились. Это лопата. Вот, мы ее будем пытать. И она нам расскажет. Ой, очень хочется кушать. Очень нам. Что мы тут нашагали с тобой, Мишаня? 3696 шагов. Мы вон с Михой соревнуемся. Видите, вон я, вон Миха. Миха, правда, филонит. А что ты не соревнуешься? Ребят, рисковый трюк. Мамочки! Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Ничего, у нас там запас сахара еще есть. Продержимся. Ты передумал? Да, что-то я передумал. Что-то я знаю, качкую. Да, ребят, я просто очень хочу кушать, и поэтому я передумал. Просто с таким подъемом кушать может серьезно отложиться на неопределенное время. Я уже забыл. Как тут оно так? Вот что бывает, когда у бобров заканчиваются деревья. Они складывают дамбы из камней. Ну, посмотри, какие большие бобры. Три лягухи. Вездеходы «Лесник» серии «Лесник М» «Экстримы Профи». Надежные, неприхотливые, с оптимальной проходимостью и оптимальной ценой. То, что надо для тебя и для твоих увлечений. При покупке приятный бонус по коду «Герасим Шерп». Подробный обзор вездеходов в описании. Был изъят сигнал. Скорее всего, он здесь в скобе.
Леха летит. Да. На вертолете. О, монеточка. Монетос. Ходячка. Ходячка, да. Ну, 10 копеек. И тем не 2008, менее. 18 лет уже. Обалдеть. Может, там родник? Нет? Хотя да, родник, скорее всего. Смотри, вода вытекает оттуда. Смотри, что я нашел. Нам просто сегодня везет. Ребятки, еще одна ложка. Смотри, налет похож такой же, как на моей. И гвоздь. Крутяк. Не, ну у тебя одни ложка, у тебя какая-то нержавеющая. У меня третья уже. Нужно стоит. Михаил Юрьевич. Сейчас мы посмотрим, сколько она стоила. Смотри. Когда она была. Я сервиз скоро целый соберу. Из старых ложек. Яхромский сервиз. Слушай, она без опознавательных знаков. Что очень древняя. Говорит о том, что она, скорее всего, сделана уже при... Ты давай на мою ложку. При российской ложке. Посуду, наверное, мыли, да забыли. Что-то нету тама. Смотри, смотри, должна быть. Должна быть тут, да? Вон она. Точно. Вот она. Рубь. 50 копеек. 50 копеек. О, у нас есть 10 копеек. Мы сейчас 50... еды купим. Да, и... Вон она. Скрепка. Нет, монетка. Рубь. Нет, копейка. Копейка. На копейка. Копеечка. Так, а вон там что, не скрепка лежит, смотри, кругленькое такое. Там что? Вот она. О, еще монетка. Опа, 10 центов. Ой. Песо. 10 песо? Да. И скрепка. Я же говорил, скрепка еще лежит, смотришь, вот она. Колючая. А, да. Ну, ребят, мы песо нашли. 82 года. Крутяк. Был здесь какой-то, наверное, Хуэрта, американец? Нет. А что это? Deutschland. Deutschland? Да, Deutschland. А, это марки? Пенс. Пеннинг, пеннинг, 10 пеннингов. 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 Угу. Ну вот, с валютой нас. Сейчас мы точно покушать купим. Ну, с такими-то деньжишами. Монетка. Нет. Ошибочка вышла. Да, монета. Монета. Вот монета. Монета. Рубль ходячка. Нет, ну, смех смехом, а мы уже тут приличную сумму набрали. На булку хлеба скоро хватит. Да. Ну кусок-то уж точно набрали. Ну. Давай. Покажи. Чашечки золотой нам. По-хорошему. Вот она. А, точно, ходячка. Оп. Да, 2 рубля. О, монетос. Я расту на глазах, Миш. Сколько копеек? Это уже не копейки, это уже 10 рублей. 10 рублей? Это уже 10 рублей, это уже бизнес. 12-го года. Погоди, ну-ка давай посмотрим, какой там монетный двор. Ай, московский двор. Я бы питерский, Герасим Васильевич. Да. Ну, понятно, что это, да, это больше байки. Ну, 12-11 год питерского монетного двора, да, если там 5 монет. Ну, тем не менее, я их нахожу. Да, у нас же это все тренировочные выходы, ребята. Мы набиваем руку. Скоро мы поедем. Нам еще сейчас надо будет испытать немножечко снаряжение для того, чтобы в холодной воде можно было работать. Для того, чтобы рука могла быть в холодной воде. И еще одна, вон 10 копеек. Это жменями ее разбрасывает. Вообще, ну, с деньгами обращаться, ну, не умеет, абсолютно. Абсолютно.
Какой-то здесь был в 14 году олигарх. Какого? Рубль 8 года. Два рубля. У нас практически весь набор. Вон она. Скрепка. Нет, монетка. Рубль. Нет, копейка. Копейка. Одна копейка. Ходячка. Так. Надо сказать, что по воде гораздо легче, чем в горку лазить. Ходишь, тебя выталкивает, охлаждает постоянно. Слабо, конечно. Разгон. Не, ни за что. Так, стоп, я что, проскочил уже, что ли? А, пойдем в гору? Да. Мишка оторвал защитную крышку. Камеры. Вот туристы. Видите, оставили после себя тапочки. Повесился, что ли, кто-то? Нет, никто не повесил. Странно, мусор не забрали. Видите, какой оригинальный Герасим Васильевич стол был. Произведен из тележки. Да, из тележки, да. Ну что ж, ребят, вот и все, закончилась наша поездка. Ой-ой-ой, какой чуханский у нас полярик-то, бедолага. Дмитровским болотам привет большой. С ними я откатал немало на этом поларике. До этого у меня была РЗР Поларис еще. А сейчас вот Рейнджер докатывает. Так, ну что ж, что я могу сказать? Добычи вон мешок целый. Лопата. На буханку хлеба накопали. Да, тайна черной дыры в реке раскрыта. Да, лопата, подкова, ёлы-палы. Ну, ёлы-палы, старинные. Слушай. Стальные бивни. Это ножи, которые проверило время, с которыми не хочется расставаться. Отличный инструмент, верный помощник и друг в ваших руках. Наш выбор – якутские ножи от стальных бивней. Пусть это станет и твоим выбором. Там черенок остался, смотри, видишь, лопатик. Да. Я он, туда он, вот пальцем он, и залез. Он мореный. Ну, я туда пальцем не залез, жирный какой-то, черный. Ну, мореный. Ценная вещь. Точно. Мореный черенок. Кому нужен? Длина 4 сантиметра. Мореного черенка никому не надо, контрабасом. Отдадим недорого. Да. Ну что, ребят, подведу итоги. Мы приобрели опять опыт. Ценный, да. Мы скоро вот получим шерпа и поедем уже так серьезно покопаем по воде, полазим, скажем так, по прочесанным местам, вернее, по непрочесанным местам еще. Перечешем старые места. Перечешем старые места, да. Ну вот. Посмотрим броды интересные, прочее. Раньше-то мы на них внимания не обращали, а тут оказывается, ух, там ничего можно найти. Мордастые какие вещи-то происходят там. Ну вот. И... Собственно, ждем шерпа. Да. Ждем шерпа. Будет интересно. Поларику спасибо. Отвез, довез, привез обратно. Вот. Местному Лехе привет. Деусы копцы. Не могу не сказать спасибо Финтрейлу, который позволил нам вот так вот просто целый день по жопу в воде ходить, да, и остаться сухими. Все, ребятки, до новых встреч. Пока. Всем счастливо. Оп, стоп, ребята.
Чуть не забыл, я же вам обещал делать фото находок. Вот, в принципе, все наши находки в сборе. Можно небольшой компании приятно покушать, ну и купить хлеба на эти наши ходячки. Ну, хотя из добычи 10 финингов. Тоже приятно. Теперь точно, пока. Весь вездеходный мир ждал этого события. И вот момент настал. С 12 по 14 октября в окрестностях поселка Малукса пройдут всероссийские вездеходные соревнования «Вездеход Трофи 2018». Соревнование, которое уже успело стать культовым, массовым и зрелищным. Соревнование, которое не оставит равнодушным ни одного увлеченного человека. Соревнование, где скрестят шпаги в честной, но беспощадной битве вездеходы со всей страны. Здесь же вы сможете познакомиться и увидеть воочию легендарную личность Алексея Маратовича Гарагашьяна, который и является организатором данной гонки. Также познакомиться, пообщаться с людьми, производителями, изобретателями и конструкторами различных вездеходов. Более 30 вездеходов, серийные, прототипы и самодельные машины. Да-да, там есть чем удивить глаз и слух искушенного знатока. Если вы об этом еще не знали, и ваш вездеход стоит без дела, то вы просто обязаны его туда выгулять и принять участие. Регламент и программа соревнований находятся в описании к ролику. Там же вы найдете и подробную карту проезда к месту проведения. Мы обязательно там будем, так что ждем наших зрителей в гости. Наиболее зрелищные события для зрителей будут проходить 12 октября. Подписчиков ожидает розыгрыш призов и подарков от партнеров канала. Наш канал и компания «Угриль» решила в эти соревнования предоставить приз за волю к победе. Так называемый, это самый подбитый, самый пострадавший, но все-таки доехавший до финиша и пересекший ее черту сам. Награждать мы будем Ващукова Романа и Ващукова Алексея. Ура! Дорогие друзья, будем всех ждать 12 числа. Что-нибудь приготовим покушать на гриле «Угриль». Встретимся, пообщаемся, будет здорово. А если у вас есть вездеход, обязательно участвуйте. Ссылка в описании к ролику, как и где это можно сделать. До встречи в октябре на «Вездеход Трофи 2018».